сильные девочки тоже плачут, утверждает Нюша в своем новом клипе, в котором певица словно прогуливается по воспоминаниям из жизни. Я прочувствую эти моменты, и в какой-то момент появляется маленькая девочка, соответственно, это я. Это мой внутренний ребенок, она символизирует моего внутреннего ребенка. Я разговариваю с ней, вступаю в диалог. С телеканалом РУ-ТВ самая завидная холостячка шоу-бизнеса поделилась эксклюзивными кадрами со съемок. Главная фишка нового музыкального видео – танцы, через которые зритель прочувствует эмоции лирической героини. Новой работой Нюша хочет поддержать всех сильных девушек и рассказать им, что они могут быть любыми. Смотрите клип на всех музыкальных площадках и в эфире телеканала РУ-ТВ.